Одно немецкое издание разместило статью о том, что Елизавета II отрекается от престола. Королева свергнута? Знак такой восклицательный или вопроса. Принц Чарльз возьмет бразды правления в свои руки. Конец эпохи, друзья. Принц Чарльз приехал на церемонию в королевство Барбадос. Именно там отрекается королева Елизавета от своего престола. Это Карибское островное государство, друзья. И там монархия меняется на республику. И как сообщила Daily Mail, что принц Чарльз прибыл в воскресенье вечером, чтобы присутствовать на церемонии, на которой его мать-королева символически смещается с поста главы государства. Королева отказывается от престола на Барбадосе. Островное государство Барбадос превращается из монархии в республику и присягнет своему первому президенту Сандре Мейсон во вторник, в годовщину своей независимости от Великобритании в 1966 году. Принц Чарльз прибыл на Барбадос вечером в воскресенье и был встречен большой дипломатической группой во главе с британским верховным комиссаром по Барбадосу. Премьер-министр Миа Мотли и высшие военные руководители также выстроились на красной ковровой дорожке, чтобы засвидетельствовать свое почтение принцу Уэльскому. В составе приветствующего отряда также присутствовали почетный караул и военный оркестр, которые салютовали князю из 21 ружья. Как вы видите, друзья, это появление принца Чарльза на Барбадосе мы можем понимать, как ему доверили функции королевы. Может быть, не все еще функции ему доверили, но это важная функция. Он принимает от лица королевы отречение ее на престол в Барбадосе. В свое время, друзья, Гонконг был передан Китаю, и там тоже наследник престола присутствовал и отрекался, а также представлял королеву, когда Зимбабве обрела независимость в 1980 году. То есть постепенно из-под крыла, из-под мантии королевской выходят различные государства. Нет, Россия еще не вышла, друзья, вроде бы. А вроде бы и непонятно, где сегодня королева. Барбадос останется членом Содружества наций, организации бывших британских колоний во главе с королевой Елизаветой II. Ожидается также, друзья, что некоторые барбадийцы, так называется народ, живущий на Барбадосе, некоторые барбадийцы, называющие себя баджанами, будут требовать от монархии и британского правительства извинений и компенсаций за рабство. Барбадос – одно из 16 королевств королевы Елизаветы II, и королева является главой государства Барбадос с 1966 года. Но страна находится в процессе формирования республики с 1998 года. Запомните, королева только с 1966 года. Она является главой государства на острове Барбадос. А по состоянию на вторник Барбадос является одним из 16 королевств. Королевы включают другие карибские государства, такие как Антигуа и Барбуда, Багамы, Белиз, Гренада, Ямайка, Сент-Китс и Невис, Сен-Люсия и Сен-Винсент. Так что, друзья, не так давно королева владеет всеми государствами. Она мать королева всего мира. Ведь Канада, такая огромная страна, как Канада, это часть ее королевства. Хотя остров, сам Англия, не так уж и велик. Однако же, видите, королева сумела подчинить себе многие государства мира, которыми она владеет. А владеет она очень многими государствами. Но видите, когда королева сама уже состарилась, и практически ее нет с 2014 года нигде, то понятно, что, ну, в общем, друзья, все меняется. Меняется все очень-очень быстро, и королевская власть также затухает, затихает, как огонь. Вот горит-горит факел, потом он должен
погаснуть. И вот сейчас влияние королевского дома на весь мир, оно гаснет. Его буквально почти уже не ощущается. Я Таня Карацуба, Сеид Бурхан.